На открытии муниципального этапа чемпионата школы «Росатома» по футболу 5+, в зале царит торжественная обстановка. Все команды с нетерпением ждут возможности выйти на поле и показать свои полученные навыки, которые им преподавали лучшие тренеры нашего города. Поздравить маленьких футболистов с началом соревнований пришли и почетные гости. Очень здорово, что с такого юного возраста уже занимаетесь таким интересным, динамичным, красивым видом спорта, распространенным практически во всем мире. Дело в том, что чем раньше человек начинает заниматься каким-либо делом, тем больше вероятность того, что он в этом деле большим успехом достигнет. А как вы знаете, и Смоленская атомная станция, и наш концерт, и «Росатом», который организует и проводит сегодняшние соревнования, поддерживают все виды спорта. Затем началась настоящая игра. Команды играли мощно, стремительно и активно. Все ребята – настоящие молодцы. Показали и умение владеть мячом, и работали как настоящая сплоченная дружная команда. На протяжении игр участников чемпионата поддерживали замечательные и неравнодушные болельщики, родители и педагоги. У нас интерес появился давно к футболу. Нам очень нравится. Хочется, конечно, чтобы ребята показали свои лучшие качества, потому что готовились. Они очень стараются. Конечно, тяжело, трудно, зал большой. Но мы надеемся, что они большие молодцы, справятся с этим, и все будет хорошо. Этот чемпионат проводится в Десногорске впервые. Игры будут проходить 3 дня. Кто отправится на зональный этап в город Снежинск, мы узнаем 16 марта.